Всем большой крымский привет! Решила я поискать какой-нибудь обменник, потому что очень часто с ботиков всяких вывожу на Payeer, оттуда на карту, ну вообще не знаю как. И тут мне посоветовали один обменник, и я спросила в чате, сколько процент. Всего 2%, это вообще очень мало. У меня там на Payeer 250, что ли, рубликов. Сейчас попробуем договориться, чтобы с Payeer на карту нам перевели наши 250 рубликов. Давно хотела этим заняться, потому что вы знаете, что я все заработанные деньги из игр, ботиков, все, что просто так достаются, на вклад закидываю, у меня ВТБ в данном случае. Вот, у меня спросили, сколько надо, и 250. Вообще у меня было больше, но я еще в мотоботик закинула, там около 1000. Вот, и давайте узнаем, как же перевести эти деньги. Я знаю, что есть всякие сайты, но там вообще мне ничего не понятно. Мне уже тут прислали Payeer кошелечек, и я сейчас сюда закину. О, владелец сайта, конечно, мне этого обменника уже звонил, уже внушает доверие. Ну, в общем, так или иначе, нужно, чтобы он мне написал в личку. Волнения нет, потому что я смотрю, здесь люди сидят, переписываются чуть выше, даже смайлики какие-то кидают. Да, по звукам вы слышите, я не дома, еще раз повторяю, я отдыхаю в Крыму. Так. И мы переходим в личку с этим владельцем. Так, ну все, вроде договорились мы с владельцем этого обменника. Я скидываю... А, подождите, он мне скинул Payeer, а здесь был другой кошелек в чате. Надо уточнить, так на какой кидать, какой из них верный. А то мало ли, все-таки в интернете много мошенников, целых 250 рублей будем менять. Ладно, а, все, у него их два, тогда нет вопросов. Захожу тогда на Payeer и закидываю... Так, я хочу закинуть 250, потому что у меня всего на счету там 250 с чем-то. А, нет, мне с комиссией не хватит, ладно. 249, но тогда нужно написать четкое количество рублей владельцу, потому что там, я знаю, что через обменники нужно всегда четкое количество рублей писать. Там не 250, а 249, там как-то система считывать, не знаю. В общем, все очень сложно, ребята, но в этом обменнике оказалось легко. Вот я сюда скидываю скрин. И в личку тоже кидаю, жду. И так, должно прийти. А, все пришло. Так что обменником буду дальше пользоваться и вам советую. Ссылочки в описании и в закрепленном комментарии.